29 апреля 1944 года. 1043 день войны. Сегодня корабли Черноморского флота наносят массированные удары по противнику в районе Севастополя. На всех фронтах советскими войсками подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 50 самолетов противника. В Могилевской области партизаны пустили под откос свыше 20 немецких воинских эшелонов. Разбито 300 вагонов с войсками и грузами. Коммунистическая и социал-демократическая партии Румынии создали Единый рабочий фронт. Четвертый украинский фронт, Крым. Состоялся ночной разговор маршала Василевского со Сталиным. Были сообщены детали предстоящего штурма Севастополя. Верховный их одобрил. Но когда маршал поднял вопрос об отсрочке самого штурма, Сталин вышел из равновесия. Разговор принял очень острый характер. Сталин был весьма нелицеприятен, но маршал сумел выдержать характер, и в конце концов Верховный согласился с его планами. Было принято решение. Начало штурма на вспомогательном направлении произойдет 5 мая. Генеральный же штурм Севастополя будет отнесен на 7 число. В Харькове восстановлена разрушенная немцами телефонная станция. Уже пущена ее первая очередь на 4000 номеров. Еще 2000 телефонных номеров жители Харькова получат к концу года. Комсомольцы Ленинграда восстановили городской плавательный бассейн и обязались отремонтировать в ближайшее время 3 цеха промышленных предприятий, 5 школ и несколько молодежных общежитий.